дом в пасть врага, штаб-квартиру Блэквуд. Разведка сообщила, что в здании находится один из лидеров корпорации, который заведует ее финансами. Вы должны взять его живым или мертвым. Не дайте ему уйти. Бля, кину глушалку еще. Вот я. Не, сейчас же то сдирают, нет? Если я сейчас выйду, же то сдирают, нет? Подберут. Зачем тебе выходить? Блин, я это элитную броню не одел. А, алмаз два. Или кита, не помню. Ликвидация ведь есть, да, урон по своим? Что-то надумал. Сейчас. Переходите на следующий этаж. Готов!
важное. Контрольная точка. Боезапас пополнен, игроки воскрешены. Слева встану. Справа. Достигнута контрольная точка. Боезапас пополнен. Нужно подкрепление. Отойдите, все убогое. Будьте. Нормально. Давай, 20 патронов. Наш клиент должен был встретиться с директором Blackwood Урсулой Эллис. Запомните это имя. Она может стать вашей следующей целью. Я попробую что-нибудь о ней раскопать, пока вы выполняете задание. Достигнута контрольная точка. Боезапас пополнен. Завтра точно как именно? Ну да. Е25 осталось, да? Что-что? Да сколько осталось? Мне, у меня сейчас сколько? 72%. Я хочу за сегодня еще набрать процента 3, чтобы завтра 25 оставалось.
Мне почти. Кто вылетел? Почти. Достигнута контрольная точка. Слышно меня? Доминант. Я вылетел. Три комба и вылетел. Главное, интернет не лопнулся, но все равно что-то. Три компа и все. Люк. Да. Сейчас обнова еще какая-то. 1.5 мегабайт. Блять, еще и ПТС скачивается. Я тоже скачу, что такое? Чего-чего? Тоже что-то скачать надо. Что за бред? Мне вчера то же самое было, 1,7 мегабайт скачать надо было. Передопустил компьютер. Не играть на PC-то надо было, а скачать. Ну да. Технические работы же ведутся. О боже, так как я это все трейл взял. А сейчас мне выкинет. Пролазь, банда, блядь. Сейчас мне выкинет, подождите. Три компа. Переходите на следующий. Так, выкинула. Комната заполнена. Втроем? Ну, поехали втроем, что-то. А чё, ещё кто-то вылетел? Да, я. Да, она шайка собралась. Короче, пишут, что комната заполнена. Да, я ещё и присоединился не к тому. Alt F4. Да, уже соединился, он быстро бегает. Грену, ну я же кинул грену. Что за бред? Один присоединился. Это надо было? Сзади тебя три бота или два. Ну сейчас третий подойдет, может грену кинуть. Все равно пишет, у вас висит вообще, ну, кто-нибудь зашел там в бой? А тут пишет, что... Ну, да, всего. О, блин. Короче, пишет, комната заполнена. Зашел. Кикаем. Давай, присоединяйся. Присоединяйся. Кидайте грену, ну, что делаешь? Пошли. Кинул бы грену, кидай грену. Разбежались. Убежали. О, боже, делайте, мега гранадер бы был. Ты будешь кидать или что?
жди, ждем. Все. Еще и в хэд сам себе предуплил, бля. А, он что ты хочешь? Техники взломали защиту, давайте. Видал, какая у меня лекалка брони? Дело крутая. Смотри. За варбу акция. Американским толстосумам помощь в защите их сбережений. Эта женщина, 12 гений. Я ничуть не преувеличиваю. Так буквально в одночасье родилась корпорация Blackwood. Давай. Боезапас пополнен, игроки воскрешены. Нет, иди ты вперед, я помогать буду. Что-то радует, потому что она в гоу. Ты лучше вдвоем держите того пулемета, я здесь один справлюсь. Какой левый? Вот сейчас нам пройдет. Да, левый, левый. Там же выходить придется. Тут-то можно так снять. Идет. Вперед на обойму. Дебильная бронь. Не поменял. Ты что, не поменял? Нет. Инженером на ПВП ходил. Я одеваю алмаз или китан, чтобы снайпера не было. Ой, я к нашим в клан пришел, они в элитках бегают на ПВП. Че, я говорю, чучка ножки, что ли? Парни, я тут один не смогу кто-нибудь смотреть в мою ту сторону. У меня же аккадеи все забыли. Спешки пройдем. Здесь показали, что убил. А, ха, это мина убила, блин. Дым без элитный вообще невозможно играть.
Брать нет? А, не надо. Брать? Ты живой остался. Где патроны? Ай, бля. Генерал Орден на связи. Я горжусь вами. Вы проделали чертовски трудный путь и показали этим наемникам, что значит быть настоящим солдатом. Вот у меня был бы элитный, я бы отвечаю, выжил. Сзади, сзади. Да зачем ты взял? Зачем? Ой, без мин, да, вообще? Один крутой с катаной, да? Аре, воргиш это без лим. Знаков. Мы готовы к зачистке следующего этажа. Да, все красава, конечно. У меня пусто, патроны есть? Ну я знаю, что ты. Достигнута контрольная точка. Боезапас пополнен. Сорка мужик гранату не набил. Хрен знает, кто не набил. Впрочем, один остался, парни, один остался, так не угу. Лампочка, я боюсь его.
Дайте мне вперед. Наталья. Он меня убьет, отвечаю. Можно пистон. Теперь все должно работать. Идите к лифту. Спасибо. Что с его выкинет, смотри, его лагает. Лифт в порядке. Смотри, 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 его дергает как. А это. Следующий этаж. Нет. Рано. Как жаль, что Урсула сейчас не в этом здании. Я уже имел удовольствие встречаться с ней, когда она только затеяла создание Блэквуд. Блин, какой валик. Я уже запаривался вылетать. Они и сейчас ими остаются, но с тех пор отрастили зубы. Надо было прихлопнуть их, когда у меня была такая возможность. Контрольная точка. Боезапас пополнен, игроки воскрешены. Что такое, он что за бред? Какие мига гренадер? Да, мастер прокидывали. Но мы троем сзади. Иду налево, налево идем. Я счета не трогаю. Только не как вчера.
плана. Сейчас опять подойдет ко мне. Трогайте. Не надо вообще-то трогать. Он сейчас к вам подойдет. Не даю выходить. Потом 5 медиков, парни. Пойдете? Поздно. Пойдем. Вообще прикольно будет. Медик? Крупный. Медиком вот. Дайте-то легко. Третьего дойдем, пох. Сзади кто? Я и ты, а здесь, да? Я. Аргентик, вам впереди. Техники разблокировали лифт. Нам удалось расшифровать некоторые... Личность на лифт подтверждена. Мы считаем, что это человек с монетой с персоной. Его имя Оберон Уайт. Здесь сейчас будет. Самый тяжелый этаж. Кто сзади смотрит? Ну, вообще красава. Здорово. Ну чё вы? Это красава. Тогда броню дай, Адиш. Гранатомет вышел посередине, на непонятно. Да, вижу, блять, ну тут зарядка. Надеюсь, помогай им, короче, у нас нормально. Либо снайпера сняли. Боже. Дебильная академия. Обалдеть, это МП5. Тут знаки полетят сейчас. Помоги, помоги, я не могу выйти. Пока есть еще. Не умирает, пофигу, хотя бы лечит. Патроны не вовремя кончились. Брать, да? Угу. На. Ой, блять, того слил. Нихера ты где? Ну, сказали. Так, пускай лучше возьмет, но нафиг. Я бы встал бы, тут вообще ботов нет. Слушайте, вообще кого-нибудь. А, ну можно было и так.
Да, конечно. Там скажи сразу, бери, ты сразу берешь, да? Чё страшно? Покрутит. Вдруг вот этот, а другой человек свободен? Вдруг он свободен? Да? Никто смотрит. Дебильные лаги, а. Только можно. Ну где у него хп нету? Все, да. А у меня дальности не хватает, чтобы снайперов снимать. Ну, я оттуда легкий, я оттуда босса пойду. Поэтому не буду, все, не надо резать. Два лага, беру знаки, надоел, компьютер надо менять. Вообще. Так, я дверь держу, да? Лифт в порядке. У меня дальность фиговая, у меня на дальности дамаг. Понял. Может быть, я, может, я со шумом лягу? Ну, окей. Давай. У меня патрон поболь. Ну ладно, в принципе, тебе тоже нормально патрон. Мины, парни, мины не жалей. А, повсюду мини будет сейчас. А я две двери минирую, короче. А ладно, минируйте уже. У нас мало информации об этом человеке, но пока все сходится. Патрон закончится, по мне времена. Хорошо, так пусть будет. Не могу себе дать. Что за лаги? Я
32 FPS. Да нет. Не двигайся, а то... Нет, все, не двигайся, ты забагал. Ну да, типа того. Ты главное не двигайся. Они сейчас выйдут. Так выйдут. Тебе надо знак потом выбрать. Наверное. Ну просто я один раз, короче, лежал, не выходил никто, потом половина прошел бы. Как, начали выходить? Оттуда я, оттуда. А я не сейчас начну выходить. Тоже, типа, скучно, подвигаются, начали выходить. Все работают. Тут тоже не выходят вообще. Подвигайся, сейчас пойдут они. Двигайся. Да, двигайся. Дань, попробуй. Так, я выйду. Они сейчас убьют. Как обычно. Нашел он меня, блядь. Резца его, чё? Куда? А чё не резно, блядь? Ну не резно, блядь. Ага. Все, понял. Теперь все должно работать. Идите к лифту. Давай. Мы почти на месте. Похоже, Блэквуд собирается бросить против вас спецназ. Не дайте им помешать операции. Вы должны добраться до Уайта. Без него Блэквуд станет волком, потерявшим зубы. Патроны, здоровье и броня восстановлены. Игроки воскрешены. Последний этаж. Вертолетная площадка прямо на поле. Поля нахуй. Уничтожьте всех, кто не пытается вам помешать. Бля, они не взрываются. Почему я минус взорвал? Ну, они взрывают. Я помогаю, доминант. Ой, я на хп посмотрел, меня уже почти снесли. У меня на XM что-то дальности не хватает, вообще как-то урон фигово идет. Ты так одеть попробуй там постоянно. Ну там на дальности вообще маленькие дома дают. Только нормально пока.
Не, это хорошо, у меня патроны кончились, это нормально. Если еще раз убьет, то не бери. Угу. Я сам потащу. Ты что, мне не веришь, что ли? Я потащу. Один. Как же оставь меня тут одного, я потащу. Включайте. Без нас. Только не так, а 9. Я Критон или Ктар. Че, брать мне? Последний знак, кстати, взял. Ну, нормально. Вот как, вот успокоишься, был. Сука, я убью его. Я же сказал, убью. Бегите. Да. Я пикаю, я пикаю. Я право сниму. Попал. Добраться до Аберона. Секунду. Оставайтесь на связи. Мне только что сообщили, что Урсула хочет взорвать свое собственное здание. Эта старая ведьма совсем съехала с катушек. Немедленно убирайтесь оттуда. В лифт. Бегом. 2-2-8 почти был. Аргиша, тебе повезло. 2-2-8. 2-2-8 у тебя по фрагам. Yeah.